Ну что ж, это Львов на западе Украины. И после прогулки по старой части города есть у меня ощущение, что я нахожусь в самом сердце Европы. Ну, во-первых, архитектура такая. Смотрите, здесь классическая, готическая. Очень похож этот город на город Центральной Европы. Дело в том, что эта часть Украины раньше была под властью Польши и потом Австро-Венгрии, до того, как она стала частью СССР. И поэтому многие люди здесь смотрят на Запад, смотрят в Европу и выступают за более тесные связи с Евросоюзом. Ну, как видите, в этом городе картина совсем другая. Это Донецк на востоке Украины, более чем в 1000 километров на восток от Львова. Этот город совсем не похож на Центральную Европу. Он более похож на типичный российский город. Вывески на русском языке, все говорят по-русски, и многие предприятия зависят от российского рынка, от торговых связей с Россией. Поэтому многие боятся, что договор с ЕС нанесет большой урон, большой ущерб экономическим отношениям с Россией.